Давай. С вами я, Жорик Вартанов. В эфире программа «Ваши кумиры». В этой программе мы поговорим о... Вот на очереди другой кумир. Все, походу, кида не будет. Вокруг происходит полный бред. Полный беспросветный конец. Мы будем хлопать в ладони до синяков и мозолей. До тех пор, пока вдоволь себе это можем позволить. Вокруг происходит... Застандалил 65 оборотов сделал. Полный бред. Полный беспросветный конец. Мы будем хлопать в ладони до синяков и мозолей. До тех пор, пока вдоволь себе это можем позволить. Пошел пипи. Это полный пипи. Вот первая травма. Обломил дужку камеры. Поцарапал руку. Очень прошел. Почти пол порога, чтобы кверху. Это реально какой-то пипи. Говорит, вашу душу мотал, получайте, а? Вы кто такие по жизни? Вы фраерасы передо мной, короче. Мама, улыбнись черти водятся. Ну все, походу, кида не будет.
Ладно, не буду рассказывать сюжет. Там просто в конце оказывается, что убийца был водитель его. Из-за этого. Ты сумасшедший, что ли? Что? Да что тебе не нравится? Убийца-водитель? Что тебе ерунду обо мне? Людям сейчас идти в кинотеатр что смотреть, если ты сказал, что убийца-водитель уже?